что ж, у нас с вами уже весна, а не за горами и лето. А это значит, что мы будем лакомиться первыми ягодами. И, как правило, считается, что первая ягода в саду – это земляника. А нет. Первая ягода в саду – это жимолость съедобная. Жимолостью можно лакомиться уже в начале июня месяца. Какие бывают сорта жимолости и как правильно вырастить эту ягоду – вот об этом мы и поговорим с вами сегодня. В центральной части России это растение очень даже редкое, но все его хотят. Не обязательно искать куст, чтобы купить его. Можно просто у соседей попросить черенки. Но черенки снимаются с жимолости. Однолетний прирост в момент первого сбора ягоды. Уж, пожалуйста, запомните. Вот это вот однолетний прирост. Видите, вот эти молодые веточки – это все однолетний прирост. И мы постараемся выбрать те, которые вот нас устраивают. Ну, вот они должны быть примерно сантиметров 10-12. Больше как бы не требуется. Ну, берем вот этот, смотрите. Не обязательно отрезать секатором. Каждый отросшая вот эта веточка, молодой, да, прирост, он к маме крепится пяточкой. И мы вот так вот прямо, смотрите, ноготочками захватите и оторвите вместе с пяточкой. Видите? Почему черенки надо снимать в тот момент, когда идет первый сбор ягод? Да потому что они еще зеленые, сочные, они еще не одревесневшие. И именно в этот момент у такого черенка однолетнего прироста идет хорошо и легко образование каллуса и на нем корневой системы. Нам надо удалить все листики. Не дергаем вниз никогда листик. Всегда, как бы, да, отщипываем. И этот черенок не будет делиться, он будет вот таким вот целым. Мы их опускаем в гетероауксин на 12 часов, можно на 16, потому что у них деревянные уже черенки, как у розы. Потому такое длительное будет пребывание в этом растворе. Но через 12-16 часов мы их вынимаем, естественно, и ищем место так, чтобы там действительно с утра было солнце, потому что любому растению нужно обязательно утреннее солнце. А вот после обеда, после того, как уже, знаете, когда жара, тогда в 3-4 часа очень жарко. Это пекло. Ни один черенок не выдержит без корней. Он обязательно засохнет и погибнет. И обязательно помните, что какой бы там ни было тень или полутень после обеда, все-таки прикрыть их на 2 недели укрывным материалом – это обязательно. Как мы с вами видим, технология черенкования, в общем-то, обычная. Да, мы с вами несколько раз уже говорили о том, как правильно размножать растения, так называемые, зелеными полуодревесневшими черенками. Жимолость не исключение. Точно так же подготавливаем черенки, укореняем в песке и так далее, и так далее. Но жимолость можно размножить еще делением куста, если он достаточно большой и крупный, а также можно размножить ее семенами. Семена жимолости высеваются под зиму, но, к сожалению, плодоносящий куст мы с вами получим не раньше, чем через 3-4 года. Жимолость – кустарник. И, как любой кустарник, требует ухода. Но это не просто кустарник, а это еще и кустарник, который дает нам с вами съедобные ягоды. Поэтому здесь есть определенные нюансы в агротехнике. Вот о том, как подкармливать и как правильно готовить жимолость к зиме, мы смотрим с вами следующий видеоматериал. На жимолость очень часто много нареканий. Говорят, урожая с нее мало, можно получить, место занимает, а стоит ли ее выращивать? Есть несколько правил. Ну, первое, что надо знать. Жимолость – перекрестно опыляемое растение. И для нее очень важно, чтобы она росла не одна. Даже 2 растения – разных сортов, это принципиально. Это маловато. Хорошо, когда на участке 3-4 сорта. Вот посмотрите, у меня здесь посажено 4 куста. Вот это жимолость самого любимого сорта. Это бакчарский великан. Он самый крупный, самый первый и самый сладкий по вкусу. Здесь у меня 2 куста. Вот посмотрите, они ничуть не менее
урожайные. Посмотрите, какие ягоды, их много. Да, они немного помельче. Если посмотреть для сравнения, да, размер их мельче. Но они все разного вкуса. Эта ягодка слегка горчит. На соседнем кустике ягода чуть кислее. Не пренебрегайте сортами, которые чуть помельче. Хотя бы один кустик стоит посадить. Как правило, такие сорта являются очень хорошими опылителями для всех других. Вот почему в средней полосе очень часто урожай жимолости низкий? Сибирские сорта привыкли к стабильной зиме, такой, которая бывает у нас в Сибири. Наступила зима, и до весны ничего не тает, оттепелей серьезных нет. И когда жимолость просыпается, наступила весна. В средней полосе ситуация другая. Могут быть очень большие периоды, когда тепло, жимолость моментально просыпается. И ее цветочные почки поражаются морозом. Она же просыпается, начинает вегетацию, и потом говорят, ну, а что-то и цвела мало, и урожай маленький. А она потому что не смогла пережить этот сложный период. Поэтому обязательно смотрите, когда выбираете сорта, районированные ли они для вашего региона. Для того, чтобы жимолость хорошо плодоносила, я обязательно осенью насыпаю под жимолость очень щедро компоста. То есть вот под каждый такой взрослый куст я насыпаю, ну, минимум пару ведер компоста, таких щедрых с горкой. И когда урожай уже собран, я несколько раз ее подкармливаю настоем золы. Вот в осенний порой я его тоже обрабатываю. Говорят, что жимолость редко подвержена всяким болезням и вредителям. Вот из моего опыта это не совсем верно. Ее очень часто поражает тля, поэтому жимолость обязательно осенью нужно обработать. Такие большие кусты уже требуют обрезки. Очень важный момент выращивания жимолости – это ее формирование. Иногда садоводы жалуются. Посадил жимолость, куст вырос огромный, весь какой-то непонятный, весь какой-то загущенный, весь мусорный. Ягод дает, ну, в лучшем случае, стакан. А все от того, что мы с вами неправильно жимолость выращиваем. Другими словами, мы с вами ее неправильно формируем. Вот о том, как правильно сформировать и провести обрезку жимолости, мы посмотрим с вами следующий сюжет. Смотрите. Ой, что же с этим мы будем делать? А вот и начнем. Самые толстые ветви, конечно, мы их будем удалять. Это те ветки, которые были когда-то посажены молодыми прутиками. Сейчас они состарились. Они опускаются ниже. Посмотрите, вот даже вот она ветка. Самая толстая, старая. Но мы ее сейчас не будем удалять. Что прям сразу сейчас. Чтобы нам не натворить всяких ненужных дел. Очень много вот таких сухариков. Вот они, сухарики. Откуда они берутся? Веточка растет, и у нее появляется, ну, ветвление, да? Она раздваивается. Вот, например, идет она, росла. Вот так идет. И видите, она раздвоилась. Вот. И одна ветка становится сильной, мощной. А вторая, она становится не главной. Смотрите, на ней вот одни сухие веточки. Вот они. И вот эта вилочка, мы ее убираем. Идем по этой ветке. Она не сильно толстая. Вот она. Идет. Вот у нее, видите, вот я уже обрезал. Такая же была засушенная, ненужная веточка. Я ее убрал. Она дальше росла. Опять раздвоилась. Но здесь ветка хорошая. У нее, смотрите, какие прижилки молодые. Вот начинаю. Поехали. 10, 20, 30, 40, 50. Огромный прирост. Я сейчас вам. Вот такой, молодой прирост, отличный. Поэтому вот это хорошая ветка, она даст урожай. Итак, в процессе обрезки замечающие такие вещи. Вырастают молодые побеги снизу, вроде бы как на замещение, но ему не хватает света, он растет и в конце засыхает. Ну и такой тоже удаляем, он нам перспективу никакой не даст. Есть вот такие молодые, вот он вытянулся, бедненький, не хватает ему солнышка в таком густом лесу, да, и он тоже отсыхает.
его либо оставить, ну, макушечку подрезать, и когда мы куст зачистим, мы посмотрим, мы его либо оставляем и даем ему вертикаль между веток, он будет держаться и выдаст нам молодые побеги замещения на следующий год или на следующий год, конечно, он выдаст. Вот, поэтому вот такой молодой, снизу растущий, но вроде бы как слабенький, пока не удаляем. Занимается зачисткой. Вот смотрите, вот идет. Вот эта ветка, она сухая, мы ее отрезаем. Мне хочется очень обратить ваше внимание вот на какой момент. Если у вас уже есть на участке жимолость, и если она находится в состоянии вот этого вот, как я называю, ведьмины метла, то есть туда даже палец просунуть нельзя, то сделать обрезку за один раз у нас с вами, конечно, не получится. Даже если у вас куст еще молодой, и все равно, так же, как и розы мы с вами обрезаем, обрезали не сразу все, а сначала то, что просто явно чувствуется, и это лишнее. Подождали немного, обошли растения со всех сторон, посмотрели. Ага, вот еще нашли ветки, которые нам мешают. Еще обрезали. А не так, что пришли, шашки наголо, хрясь-хрясь, обрезали. Получилось, какие-то плодоносящие веточки обрезали. Обрезали не ту ветку, которую хотели. То есть обрезку нужно проводить, ну, я бы сказала так, с чувством, с толком, с расстановкой. Прежде чем выбрать сорт, который вы хотите посадить у себя на участке, прошу вас, почитайте информацию. Информации в интернете много. Дело в том, что старые сорта жимолости, у них есть один достаточно большой недостаток. Жимолость, как правило, зацветает осенью у старых сортов, если осень такая теплая и длительная, затяжная. А это значит, что часть урожая мы с вами уже потеряли. А вот новые сорта, они как бы лишены этого недостатка. И поэтому, пожалуйста, перед приобретением почитайте информацию, цветет осенью, не цветет осенью, потому что если уж сажать у себя жимолость, то заведомо, чтобы получать большой хороший урожай. А на сегодня все. Я желаю вам всего доброго. До свидания.